нашої студії завітала психолог Світлана Іваненко. Доброго ранку вам. Добре утро. Психологічне безпліддя, що це означає і чим взагалі психологія корисна і може допомогти у вагітності? Дело в том, что вопросы беременности, вопросы бесплодия решает медицина. Вот. Но тогда, когда аист не прилетает долго, когда медицина не находит никаких показаний к тому, что беременность не случается, тогда есть вероятность того, что причина этому в психологических каких-то блоках. Вот. И тогда психология и консультация психолога быть может очень даже полезна, потому что поможет женщине настроиться, поможет понять, что именно внутри, внутренняя какая-то причина мешает ей быть готовой к беременности. Вот. Ну и пройти весь этап беременности в очень таком ресурсном состоянии. Які є психологічні блоки, що заважають жінці завагітніти, які стримують її від такого відповідального кроку? Ну, во-первых, можно всегда предполагать, что это какие-то страхи. Mm-hmm. Страхи перед беременностью, страхи перед тем, что, как она пройдет. Страхи перед тем, как будет, как буду я себя чувствовать в материнстве. Да? Особенно если девочка наблюдала то, что матери было тяжело. Mm-hmm. Наблюдала и сделала вывод о том, что ребенок это сложно, ребенок это обуза. Тогда подсознательно она может быть настроена на то, что и в ее жизни это так случится. Страх перед родами может быть блоком к беременности, потому что если в семье, в роду есть истории, когда роды были неблагополучными, вот, то тогда это может тоже отпечататься на подсознательном уровне и мешать тому, чтобы беременность наступала. Потому что для того, чтобы женщина забеременела, иногда нужна очень такая длительная подготовка, да, угу. Вот, и психологический настрой. Очень частые случаи, когда беременность наступает тогда, когда пара решает, что все, детей не будет, там, ну, или идут по пути усыновления, угу. Либо уже просто смиряются. То есть, что происходит? Вот женщина успокаивается, и тогда беременность наступает. Тобто все, уже відпустила, думаю, тобто це незвичайне диво, це психологічне, відпускаєш ситуацію. Да. Да. Пока есть вот это напряжение, которое тоже является блоком, до тех пор это может тоже удерживать вот процесс беременности. А ось як подолати ці бар'єри, які в нас вибудовуються там в голові нашій? Як боротися з тим і психологічно себе налаштувати на вагітність? Ну, була б желательна консультація спеціаліста, тому що обычно такі блоки очень глубоко спрятаны, неосознаны, иначе они бы были ясны, и ну, женщина как-то бы с ними справлялась. Вот. Если это делать самостоятельно, то тогда есть смысл просто-напросто задуматься о том, как я отношусь к беременности, что я знаю о родах, какие истории я слышала, что, как я воспринимаю материнство, какие истории, опять-таки, есть в моей семье, в моем роду, связанные с материнством. Вот. Очень хорошо бы вести дневник. Ну вот для того, чтобы вот эта рефлексия работала, да, записывать все истории, вот, ну, вот, которые всплывают в памяти. Это работа направлена на то, чтобы, в принципе, понять, что же мешает найти вот ту самую причину. Покопаться трешки в собі, разобраться. Да, да. Ну и вторая часть, это, конечно же, психологический настрой. Угу. Да, когда уже вот я понимаю, что да, возможно, вот меня это удерживает, возможно. Возможно, меня смущает, допустим, то, что, ну, как на данный момент, проблема, на данный момент, да, вот вопрос, допустим, карьеры, которая прервется, вот, то с этим стоит уже разбираться следующим пунктом. То есть сначала причину. Иногда даже можем не уявлять, да, какая причина есть. Вот, например, десь там на підсвідомості я собі думаю, я хочу дитину, хочу дитину, а насправді думаю, ой, в мене ж тут кар'єра. Абсолютно верно, вы поняли всю специфику, потому что сознательно, если есть ожидание ребенка, да, то тогда понять, ну почему, невозможно. Потому что я знаю, что я хочу, я знаю, что я настроена и много чего делаю для этого. Но вот то, о чем мы говорили, вот эти страхи, это подсознательные блоки. Они очень глубоко внутри, в наших родовых историях, в наших семейных сценариях. Вот. И для того, чтобы их осознать, иногда нужна подготовка. Мне кажется, даже люди очень часто не хотят себе в этом сами зізнаватися, так? Конечно.
Так. Народжувати чи не народжувати – це право кожної жінки, і якщо у неї виникають такі проблеми, дійсно необхідно трошки подивитися зсередини, що не так, які, можливо, є страхи. Але я думаю, що додають ще такого вогню у цю ситуацію, така собі допомога у лапках від друзів, від родичів. Коли у вас буде дитинка, а що, не можеш, а чому не можеш, а чому… І ніхто не може навіть уявити, що не хочеш. Як так? І одразу співчуття, одразу стільки порад, може вам допомогти? Як з цим справлятись? Ну, нужно признать, что да, есть в нашей культуре такая забота в кавычках, да, когда считается принятым поинтересоваться, ну, якобы позаботиться. На самом-то деле это, ну, грубое вмешательство в личные границы пары, в личные границы женщины, если женщине чаще всего этот вопрос задают. Вот, и нарушение интимности, да, это очень интимный процесс рождения ребенка, зачатие и рождение ребенка. Вот, и, ну, с одной стороны, хотелось бы посоветовать со знакомым, близким от таких вопросов воздержаться, да, быть более корректными к тому, что происходит в паре. Вот. Второе – это как же реагировать. Да, ну, обычная реакция, когда кто-то нарушает ваши психологические границы, это, ну, как минимум раздражение, да? Раздражение что, или злость. Напасть, так, здесь. Да, вот, поэтому, ну, если такие вопросы случаются, если такая ситуация есть в жизни, и знакомые вот таким способом пытаются заботиться, то важно найти какой-то способ отвечать, да, для того, чтобы, ну, ставить эту границу, говорить «нет», говорить «стоп». Угу. Да, для того, щоб защитити себе. Рідні люди, і не хочеться їх якось і образити, там, наприклад, мама, я вже внуків хочу. Ну вот я поэтому и говорю, что вот важно все-таки защитить себя, важно сказать стоп, важно сказать этому нет, но найти форму, то есть вопрос формы, да, то есть можно сделать это грубо, можно сделать это резко, иногда и хочется, потому что, ну, если эти вопросы часто звучат, вот, но важно найти все-таки вариант того, как это можно сделать по-другому. Да, чтобы достаточно четко, достаточно внятно, но вернуть человека в его пределы. Чи можемо ми вважати, що ось ця ситуація із допомогою порадами родичів, друзів, дійсно навпаки має зворотню дію і ще більше закриває жінку у своїх проблемах? Ну, можна сказати, що вона підливає масло в огонь неуверенності. Потому что в состоянии, когда есть психологическое бесплодие, да, женщина чувствует себя очень уязвимой, чувствует себя, ну, несовершенной, что тоже не есть верно. Да? Вот, и когда такие вопросы звучат, когда вот это беспокойство со стороны, оно видно. Это еще больше нагнетает ситуацию. Оно увеличивает тревожность женщины, да, тревогу ее, ее неуверенность, ее желание закрыться, замкнуться. Да, і, ну, це точно не є допомогою. Дякуємо вам, що сьогодні світали до нашої студії. І наостанок декілька порад для наших телеглядачок, для тих, які мають якісь проблеми всередині себе, соромляться щось сказати. Декілька слів підтримки і, можливо, порад, як діяти у такій ситуації. Во-первых, важно осознать, що беременность – це парний процес. І відповідальність за нього повинні нести оба. И мужчина, и женщина. Второе, важно понимать, что беременность в первую очередь должна проходить в достаточно ресурсном психологическом состоянии. Поэтому важно заботиться о себе. Женщине, которая планирует ребенка, которая беременна, важно заботиться о себе в первую очередь, о своем сне, о своем питании, о своем эмоциональном состоянии. Вот. И, ну, наверное, верить, потому что беременность – это то, что относится к медицине, а по большому счету это относится к высшим каким-то силам тоже, да, вот, и здесь вот вера в то, что все случится, все будет хорошо, она тоже очень важна, вот, ну, и что касается психологической части этого вопроса, то есть такая шутка, что воспитание детей начинается за 2 года до их зачатия. Ну, это про то, что готовность родителей очень важна, настрой на беременность в хорошем варианте, да? Вот. Так вот, ну, с одной стороны, это шутка, а с другой стороны, это было бы хорошо, чтобы это была правда. А все-таки є так от
вийшло і дитинка, а як краще, все-таки планувати вагітність чи ну, не задумуватися над цим особливо, там, не зациклюватися? Ну, якщо беременность случилась, то важно приймати з радістю те, що є. Вот, если у вас есть время для того, чтобы планировать, это тоже замечательно и хорошо. И тогда у вас как раз-таки есть 2 года на воспитание до зачатия. Вот, на то, чтобы подготовиться и физически, подготовиться и психологически к материнству, к отцовству. Тобто краще вагітність планувати, якщо є на це можливість. От я все-таки воздерживаюсь від того, щоб назвати лучше, тому що в житті це по-разному случається. Я бы все-таки осталась на том, что вот принимать тот вариант, который есть в вашей жизни, да? Радиться тому, что даруя доля. Радоваться тому, что есть, но если есть у вас такая возможность, можно, было бы хорошо. Мы дякуємо вам, що звітали сьогодні до нашої студії.